Добро пожаловать на канал «Американская мечта». Хочу с вами поделиться информацией о музее Мерсера или Фонд Хилл музее, который находится в городе Дойлстан, вблизи города Филадельфии. Это штат Пенсильвания, США. Возможно, вам захочется посетить это место, когда вы будете посещать Америку. Фотографии интерьеров официально делать запрещено, но есть парочка в интернете. От себя хочу сказать, что это место интересно. Это пример того, как человек воплотил в реальность свою мечту о доме, который стал замком, о его оформлении, но из-за отсутствия семьи это все стало музеем. Интерьеры показались мне причудливыми и, возможно, чересчур сказочными. Но, тем не менее, хозяину нравился этот замок, и в нем ему было комфортно. Это место может вас вдохновить, а, возможно, дать пример того, что можно оставить после себя. И неважно, каким бы необычным это ни казалось другим людям. Если вас заинтересовало это место, то больше информации можно найти в интернете. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Всем спасибо за просмотр!